От лица города огромная честь вас приветствовать в нашем замечательном, солнечном городе, городе-саде, городе гостеприимства. Мы принимаем многие мероприятия, и для меня, да, как человека культуры, огромная честь принимать культурные мероприятия, не просто международного уровня. А мне очень нравится, что его название есть слово «Сочинский». Сочинский международный кинофестиваль. Мы ценим этот фестиваль. Мы следим за ним, мы рады, что он развивается, что в его основе приз женщина, Ирида. Вы знаете, женское искусство достаточно сложно развивалось многие столетия. И фортепианное, искусство музыкальное, искусство живописи, искусство кино – это очень сложный вид искусства. И тема женщины, я считаю, это одна из главных тем вообще в наше время. Как видит женщина этот мир, какими глазами, ее место в искусстве, в политике, в жизни. Мы, как женщины, я думаю, Любовь с этим согласится, мы ищем свои пути развития человеческие, духовные, нравственные. Я думаю, что это отличительная особенность данного кинофестиваля. И мне бы очень хотелось, чтобы эти фильмы потом мы видели, соприкасались с ними. Кино очень понятный вид искусства, он понятен буквально всем. Но мы с ним можем согласиться или не согласиться. Но главное, мы будем думать над тем, что мы увидели. Добрый путь, замечательный сочинский кинофестиваль. Вот в этом году статуэтка и награда Ирида с женским лицом, которую в одной из британских газет назвали сочинским Оскаром с женским лицом. Пожалуйста, Ириду поприветствуйте. Мне даже не верится, что в четвертый год мы вот так собираемся. Были и трудные времена, и времена попроще, но никогда нас не покидала надежда, никогда не покидала вера в то, что мы делаем. А сейчас вот получается, что мы создаем новости, так же, как мы и создавали в 2017 году в Британии, когда, значит, дело со Скрипалями, и когда в некоторых газетах писали, не нужно идти на этот кинофестиваль, на эту церемонию, но зал абсолютно был заполнен, и это говорит о том, что мы все-таки находимся выше политики, то есть, понимаете, политики, они не всегда действительно владеют умами и сердцами людей. А как писал Лев Николаевич Толстой, художники, писатели, люди, которые владеют языком искусства, вот они находятся над этой политикой, и они работают с душами людей, они владеют душами. И в этом смысле спасибо вам огромное, что вы сделали именно акцент на том, что мы сочинский международный кинофестиваль, и вот наша миссия, наша задача заключается в том, чтобы красиво, достойно этот статус сочинского кинофестиваля нести, а поскольку мы открытый российско-британский кинофестиваль, то для нас очень важно, чтобы на открытой площадке, мы же не только в Британии продвигаем наш любимый с вами город и нашу культуру, ведь что такое кинофестиваль? Кинофестиваль, для чего создаются вообще кинофестивали? Если изучить, углубиться в историю создания кинофестивалей, то кинофестиваль – это амбиции или города, или региона, или страны для того, чтобы показать, чем этот город, этот регион или эта страна обладает. Это то собрание, это тот объем культуры, всего, это музыки, это литературы, это арт, все, что вы можете, ведь кино состоит не только из движущих каких-то кадров, вот это все составляет, а город, когда он принимает
международных представителей мировой кинематографии и вот арт в целом, то это говорит о том, что город очень продвинут, город очень духовно развит. Вот поэтому город, мои любимые сочинцы, Сочи, я буду делать свою часть и днем, и ночью, и моя команда. И спасибо большое, город, что вы поддерживаете Сочинский международный кинофестиваль. И давайте продолжать работать в этом направлении.